Леха, да пойдем давай. Пешком давай. Пройдем, куда? Там машины стоят. Леш, давай, тут... А сейчас они подъедут, 2 секунды. Леш, ты такси вызываешь? Куда? Это твоя частная кнопка? Да. Куда иду, ее вешу на письмо. Впереди кто-то бежит и вешает. Я также на самолете летаю. А, также на самолете. Ты нажимаешь, самолет подлетает. Да. Послушайте меня. Пошли в Марину, оттуда мы приехали. Да. Там сядем, там машины стоят такие. Ну, сядем, спокойно, мы поедем. Сейчас нам подъедет, 2 секунды. Нет, Сем, но мы его подведем. Кого подвидел? Алексей. Лешу. Я своим пальцем это нажал. Ты можешь телефон тягать, где попал. Это ты пришел? Это его. Это ты тягаешь телефоны по всей Турции. Я ворую телефоны. А мы пока себя хорошо зарекомендовали и нигде не были замечены. У меня вот этот мотоцикл, который у тебя в гараже стоял, да. Вот стоял вот на этом на две ночи. Вот. Прикольно, да? Опять и не туда. Набор. Веди нас туда. Нет, сейчас он подъедет. Да, я не пойму, а почему мне вид не переключает?